Чтобы узнать о штрафах и оплатить их, заменить водительское удостоверение или обратиться за другими услугами, которые оказывает отдел ГИБДД, горожане обычно лично приходят в автоинспекцию, несут с собой документы, стоят в очередях. Однако всего этого можно избежать, просто надо воспользоваться порталом госуслуг. И тогда можно получить информацию о всех необходимых документах, заполнить бланк заявления, оплатить госпошлину, выбрать подразделение ГИБДД, в которое требуется обратиться, выбрать удобное для приема время. Если пользователь обращается к порталу впервые, ему нужно зарегистрироваться, и у него автоматически появится личный кабинет. В нашем регистрационно-экзаменационном отделении вы можете получить государственную услугу по выдаче водительского удостоверения, обмену водительского удостоверения, а также регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Записавшись на прием в электронном формате, заявитель приходит в ГИБДД уже в назначенное время. Еще одним преимуществом получения услуг через портал, безусловно, является 30% скидка на оплату госпошлины. Хотелось бы обратиться к нашим жителям, чтобы они заранее планировали свой визит в госавтоинспекцию, выбирали удобную для себя дату и время посещения ГАИ и приходили именно в свое назначенное время, не теряя ни минуты своего драгоценного времени. Что касается замены водительского удостоверения, единственное, что нужно будет пройти дополнительно – медкомиссия. При себе нужно иметь лишь паспорт и заполненный обходной лист.